Дневник циклотимика, день 2. Корни дал авокадо. Вот такой вот прекрасный корень авокадный. Проснулся с ощущением, буду делать все, что могу. Если у кого-то циклотимия и он решил ходить в автошколу, бросайте это дело. Это похоже на записи профессора Пирогова, который привил себе чуму и рассказывал свои симптомы. Совершенно беспомощно. При этом я супер ученик. Я все знаю. Я знаю все. Просто все знаю. Но ничего не могу сообразить, ничего не помню. Сейчас вообще автошкола для меня основной. Вот понимаете, основной. Вот в чем дело, основной. Я при этом научился за вот последние 10 лет, сколько я это чувствую, распознавать это и не винить себя. Я не виноват. Просто будет как будет. C'est terrible. Никому не советую. Данил Андреевич идет стричься. Данил Андреевич постригся. Я уже не надеюсь на то, что я сдам экзамен завтра. Просто нужно пройти через это. Приди в себя. Он сказал: приходите через неделю. Я на это хочу ответить. Пошло оно все в пи***. Не надо. Пошло на все в пи***ку. До встречи в эфире.